Распишись на Свинке Шоу. Всем привет! Вы на наимилейшем канале о морских свинках на всем YouTube. Наш канал называется Свинки Шоу. У нас 4 морские свинки. Арнольд, Толик, Валик и маленький Кузенька. Сегодня буду с вами разглядывать моих питомцев поближе. Сподвигло создать это видео меня множество комментариев на одну и ту же тему. Уже очень часто этот вопрос звучал. И я вот буквально только сегодня подумала, что стоит рассмотреть этот вопрос. Да, сегодня речь пойдет о такой физиологической теме — залысины за ушами у морских свинок. Ранее, когда мне писали этот вопрос в комментариях, я отвечала, что залысины есть у всех морских свинок за ушами, и это норма. В сегодняшнем видео мы будем подтверждать этот факт и будем рассматривать свинок поближе. Да, вы знаете, что у меня есть лысая свинья, и обнаружится ли у нее залысины? Об этом вы узнаете в конце ролика. А начнем мы, конечно же, с Арни по старшинству. Мне привычнее все дела начинать с Арнольда, потому как он самый старший, самый спокойный, я бы сказала, в плане такого отношения к хозяйке. То есть он не будет дергаться, он даст себя потрогать, я это точно знаю. И осмотр я начала с Арнольда. Сегодня вы его увидите с необычного ракурса, да. Вот такое вот у него красивое ухо, и имеется та самая залысина. Арнольд эту теорию подтвердил, что у всех свинок есть залысины. Это такая физиологическая особенность. Причем обратите внимание, что шерсть у Арнольда очень густая, светлого оттенка, а пятна за ушами, лысина, пигментация темная. И очень такой удивительный видок получается от этого у Арнольда, но лысины все-таки скрывает шерсть. Очень часто вопрос про залысины задают новоиспеченные владельцы свинок, когда только приносят животное из там зоомагазина и начинают рассматривать его дома, обнаруживают нечто страшное и думают сразу же, что их питомец чем-то смертельно болен, это опасно, это лишай, и начинается паника. Я сама не сразу знала, что у свинок там есть залысины. Но, как оказалось, это такая вот особенность всех морских свинок. И ореолы вот этой залысины могут быть разного диаметра. У кого-то они больше, у кого-то меньше. У кого-то их полностью скрывает шерсть, и невозможно их обнаружить. А у кого-то эти залысинки хорошенько просматриваются. Нужно просто принять своего питомца таким, какой он есть. И просто знать, что это нормально. По этим залысинам можно определять некоторое заболевание, насколько я знаю. Речь идет о грибке, то есть если у свинки грибок, у нее могут начать шелушиться ушки и так далее. Мне бы не хотелось углубляться в темы о здоровье, потому как я не эксперт в этом, но я знаю, что вот на голой коже можно заметить какие-то шелушения, это будет признаком того, что свинку что-то беспокоит. У нас, как вы видите, залысины очень странного такого оттенка, но опять-таки это пределы нормы, это пигментация натуральная у Арнольда. То есть, если бы на секунду мы с вами представили Арнольда лысым, то он был бы, возможно, такого цвета, как наш Валик. А я перехожу к Тольке. Кстати, касаемо Тольки, вы писали в комментариях, чтобы я обратила внимание на состояние его шерсти. Кто-то уже писал мне, что у него залысина за ушами, и этот комментарий был в контексте какого-то заболевания. То есть писали: обратите внимание, Толик там лысый. Но опять-таки, давайте с вами рассмотрим Тольку поближе и придем к выводу, что это также пределы нормы. Так как у всех свинок залысины за ушами, то у Толика они тоже имеются. Но Толик у нас породистый, у него жесткий тип шерсти, он американский тедди, и у него эти залысины имеют такой свой характер, они у него немножко другой формы, они у него уходят под другим углом на спинку, но они тоже имеются. И так как у него шерсть не такая длинная, как Арни, эти залысинки можно наблюдать в наших видео чаще с некоторых ракурсов. Поэтому тот, кто беспокоился, не беспокойтесь, я наблюдаю за нашим Тольчиком. И он тоже подтверждает теорему о том, что у всех морских свинок есть залысинки за ушами. У Тольки кожа светлая там и такая какая-то пятнистая тоже. Свинки, у них есть вот это свойство кожи, иметь пятна какие-то, очень такая совершенно разнообразная может быть пигментация, в том числе и за ушами.
Так что Толик у нас также попал под это правило про залысины за ушами. И мне было очень интересно проверить на наличие залысин нашего маленького Кузю. Он очень слишком волосат, и мне казалось, что я даже эти залысины не смогу найти, потому что Кузя это, в принципе, ходячий парик на ножках, и, ну как это, возможно, чтобы у него там где-то что-то было лысое. Это кажется просто чем-то нереальным. Но стоило мне немножко покопошиться там в его волосах, я обнаружила хорошо виднеющиеся залысины темного цвета. Кузька у нас тоже темненький какой-то получается по своему цвету кожи. И у него тоже имеются вот эти залысины, о которых мы сегодня, собственно, с вами и говорим. Так что, если вы обнаружили у вашей морской свинки залысину за ушами, то, возможно, это норма. Это, конечно же, может быть сигналом какого-то заболевания, если залысина имеет большой диаметр, если лысеют и другие части тела у свинок, если залысина от ушей переходит там, на спинку и так далее. Но если эта залысина в таком варианте присутствует примерно, как я сегодня показала на своих морских свинках, то это нормально. У Кузьки очень много шерсти, но мне не помешало это откопать его вот такие вот потайные места. Как вы видите, когда свинка кушает, она позволяет себя трогать, и мне мои питомцы без проблем предоставили возможность рассмотреть вот такие вот физиологические особенности на их телах. Меня это порадовало, потому как Кузя у нас кусючка, и последние разы, когда я хотела с ним контактировать, он меня кусал очень больно. И в этот раз все обошлось без травм. Мы поставили с вами такой специфический эксперимент по обнаружению тех самых залысин, что у нас, собственно, и получилось. Давайте напишем свои варианты, предположения, зачем же у свинок там природой предусмотрены эти залысины. Возможно, кто-то из вас знает ответ на этот вопрос. Мне будет интересно узнать ваши теории в комментариях. И, возможно, самые интересные ответы на эту тему мы рассмотрим в наших ближайших видео, дальнейших. Но пока давайте полюбуемся, как эти мои пушистики уплетают траву, пророщенную специально для них. Во время того, как Кузя ел, я решила все-таки поухаживать хоть немножечко за его лохматой шерстью. Решила его причесать руками. Пока он занят, он опять-таки не переживал по поводу моих прикосновений и дал себя причесать, разгладить шерсть. Мне даже удалось повыбирать опилки, которые запутались в его шерсти. Такая вот история с моими совершенно разными питомцами, но теперь мы знаем, что же их объединяет. Их объединяют всех залысины за ушами. Пишите свои темы для полезных видео на нашем канале. Я знаю, что многие хотят видеть более такие познавательные ролики. Пишите свои вопросы, что вас беспокоит, что вам интересно было бы услышать от меня. А я рассмотрю ваши запросы и, возможно, сниму видео на вашу предложенную тему. И как я и обещала, сегодня мы рассмотрим залысины у лысой морской свинки. Звучит это фантастически, но я давно обнаружила, что наш валик, несмотря на то, что он лысый, он также обладает этим специфическим свойством. У него тоже есть вот такая вот особенность. И я не зря сказала, что эти залысины объединяют всех моих питомцев, потому что у валика тоже имеются залысины за ушами. Это странно, но да, он лысый, у него нету шерсти, но у него есть определенная такая пигментация, те самые ореолы. У них видно отличие по текстуре своей, то есть валик, он более такой равномерно серый по всему своему телу, а за ушами у него такие специфические пятна имеются как раз по такому же диаметру, как и у других морских свинок. Звучит это странно, но у лысой морской свинки тоже есть залысины за ушами. Мне очень хотелось передать это на камеру, не знаю, поймете ли вы, но это действительно ощущается. Так что валик не отличается от своих сородичей, и, возможно, мне стоит перестать сомневаться в том, что он там не морская свинка. У меня возникают иногда такие сомнения. Все-таки есть у него общее с другими морскими свинками.
Собственно, вот о чем хотела я вам сегодня рассказать. Надеюсь, вам понравилось это странное видео. Оно даст ответ на ваш вопрос по поводу залысин. Почему они там, я, к сожалению, точно вам не могу сказать. Но я могу вам сказать, что если они есть, это не повод бояться. Так что всего вам хорошего. Спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на наш инстаграм Свинки Шоу. Подписывайтесь на наш паблик ВК. И мы будем с вами на связи. Всем отличного настроения. Увидимся в наших следующих видео. И всем пока!